Капитан, нас вызывают из штаб-квартиры 5-й флотилии на цитадели. Капитан Шепард, у нас неприятное известие. Во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов-шпионов. Только что мы получили от одного из них сигнал. Миссия выполнена. И где же он был все это время? Понятия не имею. Задержка передачи. Эти зонды создавали в спешке, сразу после первого контакта. И почему эти известия неприятные? Когда мы запускали эти зонды, мы не знали, с кем сражаемся, и не хотели, чтобы враги изучали наши технологии. На зонды были установлены ядерные заряды, тактические боеголовки мощностью 20 килотонн. Это почти как бомба, сброшенная на Хиросиму в 20 веке. Если кто-нибудь найдет этот зонд... Капитан, вы сами понимаете, что случится. Я понимаю, что ситуация требует вмешательства. Но у меня нет специалиста, способного с этим разобраться. Я знаю. Я не стал бы просить вас, если бы это не было настолько важно. Информация об этих зондах... была засекречена 26 лет назад. Совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами опасными и безответственными. Если они найдут эти зонды, у Альянса будут неприятности. Я прошу вас, потому что Нормандия может добраться туда быстро и незаметно. Это в скоплении Вояджера. Скопление Вояджера? Но это очень далеко от турианских территорий. Как зонд туда попал? Не знаю. Возможно, кто-то обнаружил его и отвез туда. А может быть, он заблудился. Этот зонд летает по галактике со времен войны. Займемся этим делом немедленно, адмирал. И постараемся сделать все тихо. Капитан, я очень это ценю. Удачи! 5-я флотилия. Отбой. Thank you.
Сигнал идет из шахты. Мне это не нравится. Согласна. Он не падал. Кто-то специально привез его сюда. Они могут не знать, что попало к ним в руки. Надо найти зонд, пока они его не взорвали. Так точно. Шепард, наконец-то! Вы меня не помните? Неважно. Главное, что я вас помню. Я не забываю своих врагов. Меня зовут Иланос Халиат. Сомневаюсь, что вы помните это имя. Как вы думаете, Шепард, кто управляет кланами систем Термина? А? Тысячами пиратов, работорговцев, бандитов. В большинстве криминальных сообществ лидером признают самого успешного. Это верно. Тот, кто убьет больше всего людей. Захватит больше всего кораблей, разорит больше всего колоний. 3 года назад я был сильнейшим. Я использовал свое влияние, чтобы создать флотилию. Мы могли выгнать вас из предела. Вы организовали атаку на Элис. Я был инициатором. Вдохновителем, тем, кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении. И тем, кого обвинили в неудаче, в которой на самом деле виноваты вы и ваша проклятая контратака. Халиат. Можно решить все по-другому. Пустые слова мертвеца. До свидания, Шепард. Что будем делать теперь, Шепард? У нас есть воздух, свет. Нормандия все еще на орбите. Нужно искать другой выход. Thank you.